Чаще всего узамбарские фиалки у начинающих цветоводов страдают больше от некорректного ухода, чем от болезней и вредителей. Неправильный полив, недостаток освещения и удобрения приводят к увяданию растений. Очень важно постоянно осматривать растения и при первых же признаках болезней немедленно принимать соответствующие меры. Нужно помнить, что новые растения, купленные в магазине или подаренные, лучше на первое время изолировать от остальных, ведь легче вылечить один цветок, чем сразу много. Основные болезни и вредители будут сейчас перечислены. Болезни – это мучнистая роса, фитофтороз, фузариоз, серая гниль и ржавчина. Против этих болезней существуют современные химикаты, которые представляют собой фунгициды, а меры профилактики – это регулярный полив противогрибковыми растворами и обработка пораженных растений фунгицидами, санитарная обрезка пораженных частей растения, удаление пораженных растений и тщательная обработка горшков. Вредителями узамбарской фиалки являются красный паутинный клещ, паутинный клещ на листве, как будто листики проколоты иголкой, цикламеновый клещ, щитовка и ложная щитовка, трипсы, нематоды, тля, подуры. Эти вредители легко удаляются инсектицидами. При поражении растения клещами, например, фиалки не цветут, и для лечения проводится обработка специальными препаратами по схеме через каждые 5-7 дней. Щитовка быстро размножается и поражает остальные растения за счет большой подвижности личинок. Обработка всех растений рекомендуется специальными препаратами.